Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и мы продолжаем играть в Cyberpunk 2077. Это новая серия. Невероятно, абсолютно новая серия. Я не знаю, что там за метка, до какой-то капсулы надо добраться. В игру я давненько не играл. Версия игры 1.23, если что. Какой-то квест у меня появился или что? Не могу понять, почему он появился. Я ни за какими квестами не посылал совершенно. Так, сейчас я хочу сходить к дому. Я помню, что прошлое мое задание было аудиенция с Такимурой, вроде бы как. Он должен был мне позвонить. И я должен был поошиваться, пообитать, погулять на тот момент, когда он мне должен якобы позвонить и что-то там разузнали мы о дальнейших наших целях, о дальнейших наших планах. Вот, мне кажется, нужно сходить домой, подрыхнуть, поспать. Да, пожалуйста, будь добр. Отвези меня сюда. Правильно я поехал? Надо зайти домой. Двигатели аппарата отключились из-за внезапного электромагнитного импульса, который был вызван неполадками на станции в Санто-Доминго. Попытка аварийной посадки не увенчалась успехом. Выжившие в крушении пассажиры подверглись нападению кочевников. К счастью, уцелевшие сотрудники службы безопасности Кантау сумели отбить внезапную атаку и не допустили новых потерь. Компания уже заявила о том, что готовит силовой ответ, направленный на кочевников. Все это очень весело. Так, сейчас не понял. Тебе мой ножик нужен? А, это мой тренер, я понял. Я вспомнил. Так, где-то здесь квартира Ви. Я ж правильно иду? Да. Эти все выясняют что-то или что? Что происходит? Что происходит? В чем дело? Я живу этажом выше. Вот и живи себе. Не лезь не в свое дело. А что ты тогда вернуться предложил, чувак? Ты странный. Так мне вообще... Я домой. Зайду, гляну, что у меня тут есть. Так, у меня тут комбезы мои, байкерские куртки. Смотри, всякие интересы. 65 низ брони. А что, ты ее взять не можешь, что ли? Ну-ка, возьми ее. Кожаные боты. А что, он у меня вообще без ботинок ходит, получается? Так, а почему ты у меня без ботинок-то ходишь? Я вообще когда был в последний раз у себя в рюкзаке? Тут за то время, пока я не играл, очень многое поменялось. Очень многое поменялось, судя по всему. Так, здесь можно кучу, кстати, предметов поразбирать. Давайте их разберем. Это те предметы, которые дадут нам какие-то ресурсы определенные, да? Эти предметы нас не сильно интересуют из-за того, что они слабоватые. Так, сейчас, подождите. Куда мы заходим с тобой дальше? Я... Стараюсь никуда не лететь, не торопиться, потому что... Ой, как порой сложновато ориентироваться в этом всем. Поэтому, ребят, не пишите, что... Владос, ты там что-то медлишь, еще что-то. Ребят, я просто не тороплюсь, чтобы ничего не упускать и нормально вникать вообще в эту историю. Потому что очень много предметов, и если что-то ты там упускаешь, то... Все это очень не классно, не красиво. А, вот, видишь, есть ботинки покруче. Так, ну это все можно разобрать, я ж правильно понимаю? Так, вот очечи у меня какие стоят сейчас? Вот эти, да? 13. Я могу поставить вот эти. Правильно? Правильно. Вот это я могу сразу разбирать. Вот это вот. Это получается еще лучше очки. А это... Нет. Вот эти классные, а эти... Эти я, судя по всему, разбираю. Или нет? Так, вот это 18... Ну вот, используется-то у меня вот это. 28. Так, окей, я это все разбираю. Куртка 65, видишь, а у меня используется совсем другая. Так, значит, пусть это используется. Это я разбираю. Штанцы используются. Так, вот это все используется. Вот, смотри, есть 28 теперь штанцы. Подожди. В смысле, а... Нет, подожди, так это же у меня используется уже. В чем проблема-то? Вот. Правильно?
Как оно работает? Где оно используется, где оно не используется? Не могу... Ого, сколько у него всякой фигни, короче. Сколько у него всякой дичи. Вызывает эффект утоления жажды. Слушай, ну попей, я не знаю, как-то может тебе это пригодится. Слушай, столько всего? Это что, модификация имплантов? Вызывает внутреннее кровотечение при попадании. Очень много всего, ребят, вот по этому интерфейсу порой лазишь и многое не врубаюсь я. Также персонаж, техники, уровни, снаряжение. Так вот, почему это закрыто? В чем проблема? Действие невозможно. А почему? То есть мне это недоступно из-за чего? Из-за того, что мне не хватает чего-то? Определенных каких-то моментов мне не хватает? Или мне не хватает конкретно, как там, репутации, или как она называется? Что-то я немножко подофигел, реально. Так, еще раз, рюкзак зайди, пожалуйста. Но ты же это можешь использовать? Можешь. Боты вот эти можешь использовать? Можешь. Так, ну-ка. Теперь, пожалуйста, зайди сюда. А почему значки замочков я не могу понять? В чем проблема-то? Как это работает? Оно используется, но на ногах у меня ничего не стоит или что? Ладно, я походу что-то не понимаю. Открыть способности. Что я там натворил? Но у меня нечем прокачивать, у меня все по нулям. Черт его знает. В киберпанке я всегда путался в меню. Как-то тут все так по-киберпанковски. Я все ожидал, но не это. Так, это что у меня? Это вообще все, что мне не нужно, получается, да? Это можно же все прямо разбирать. Куртка Мальстрёма. Можно это все разбирать? Или нельзя? Байкерская куртка. А, я ее отсюда высунул туда, получается, да? Так, теперь она у меня здесь появилась, в снаряжении, в рюкзаке. Вот она. Ее можно отсюда разбирать. Ой, короче. Почему-то не надевается. Если кто-то уловил ситуацию, скажите, что происходит. Так, что это такое? Свежие брейндансы. Что там у нас? Привет, фанаты брейнданса. Соскучились по новым впечатлениям? В нашей подборке, как всегда, только самое свежее и интересное. Инородное тело. Тело — это все, что у вас есть. Это единственное, что вы можете назвать своим. Это не только вы сами, но и инструмент, который помогает вашему разуму взаимодействовать с миром. Но что, если этот инструмент начнет жить своей жизнью? Что, если он решит вас убить? Новый брейнданс — трейлер с Люком Поллером. Не блещет оригинальностью, но все равно заслуживает просмотра. Люди начали бояться, что их импланты выйдут из-под контроля. Еще во времена пиратов и деревянных протезов. И даже если я немного преувеличиваю, эту тему сложно назвать новой. Однако создатели инородного тела позаимствовали самые захватывающие элементы жанра, добавив при этом ровно столько нового, сколько нужно, чтобы не было скучно. Все-таки не каждый день смотришь на мир с точки зрения разумной руки. Реабилитация Максвелла. В этом сезоне вышло немало брейндансов в жанре ужасов, но этот сумел выделиться среди прочих великолепный Максвелл Рамирес доводит себя до киберпсихоза, чтобы мы могли пережить его возвращение к нормальной жизни. По названию кажется, что это жизнеутверждающее произведение, но не обманывайтесь. Вам предстоит пережить первые симптомы и прогрессирование киберпсихоза, трагичное расставание с супругой и возвращение в мир, который за время болезни становится совсем другим. Этот брейнданс настоящий хит сезона, но при этом не для слабонервных. Блин, я так многое тут позабывал, капец просто. Набег на пустоши. Настоящий подарок для любителей легкого брейнданса. Набег на пустоши. Ремейк культового Вирта 2023 года, который в свое время перевернул индустрию. Напомним, главный герой — обычный человек, который неожиданно становится участником нападения кочевников на конвой Зетатеха. Обойдемся без подробностей, несмотря на то, что прошло 54 года. Есть еще те, кто не знает, чем все закончилось. Отметим лишь, что создатели ремейка усовершенствовали знакомый сюжет, поэтому брейн-данс рекомендуется к просмотру как неискушенным зрителям, так и любителям классики. Ого-го-го-го-го-го-го-гошенькой. Так, окей, поспим. Давненько не спал, Ви.
Может, что-то появится, может, нам Такимура-то позвонит. Наверное, нужно какое-то время... Там же было, помню давно, что нужно, чтобы время прошло. Тогда тебе Такич позвонит и скажет, Влад, Ви, скажет. Ну, Влад, имя на Ви начинается. Ви, привет, я звоню тебе. Добраться до места падения капсулы. Какой капсулы, о чем речь? Мне Такимура звонить собирается сегодня или нет? Может, мне самому позвонить Такимуре? Как позвонить? Кто мне скажет? Вот как. Общество Бартмосса. Давай Такимуре позвоним. У меня много ребят. Вот. Такимура. Он вон сообщение мне сколько наотправлял. Себастьян Падре. Ой-ой-ой-ой, сколько он мне сообщений наотправлял, этот Падре. Когда у тебя будет минутка, зайди ко мне, посидим, потолкуем. Ви, не нужен ли тебе Кортес? Некий сын богатых родителей получил его на день рождения, но кататься не стал. Очень много всяких интересных предложений. Давай просто позвоним Такимуре и узнаем вообще, как у него дела вообще, когда он будет мне звонить. Очень много людей с сообщениями, которые хотят со мной общаться. И я обязательно со всеми ими поговорю, пообщаюсь. Сейчас мне нужен Такимура. Так, где он? Я его опять пропустил. Вот. Давай позвоним ему. Может, он что скажет? Полагаю, он не скажет мне ничего. Хорош. Так, может, позвоним Панам тогда? У нас есть сестричка Панам Палмер. Давай ей позвоним. Панам, тебе еще нужна помощь? Ну да, да, само собой. Ты же приедешь? Приедешь? Приеду, еду. Говори, где просто и когда. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалился. Приезжай к Альдекальдо, там все расскажу. Альдекальдо? Я думал, ты от них ушла. А, долго объяснять. Просто приезжай скорее. Жду. Такич не хочет мне звонить пока что. Я не понимаю, по какой причине. Я еду к Альдекальдо, ребята. Я даже вам больше скажу, я сейчас телепортнусь туда к херам собачьим. Сейчас только узнаю, где это. Так, Панам Палмер. Так, подожди. Альдекальдо. А как вот на карте понимать, где тут Альдекальдо, а где тут не Альдекальдо? Кто мне это объяснит? Панам, она где-то далеко же, правильно? Так, окей, ладно, давай так попробуем. Я ничего пока не понял. Я не понял, как тут все это обозначается, когда ты в Альдекальдо, когда ты не в Альдекальдо, короче, и летишь. Как это работает, я не врубаюсь. Так, я обратно в лифтец и внизец. Будь добр, пожалуйста, опусти меня в самый вход. Альдекальдо. А если бы тут метка какая-то показывалась определенная, куда мне нужно именно лохматить себя? 5 километров, ребят. Встретиться с Панам. Если бы там какая-то метка определенная обозначала мне, куда мне именно, ну она типа вот показывается, но быстрым телепортом бы я хотел это сделать на самом-то деле. Ты чё, одна и та же, что ли? Ты когда сменишься? Тебя вообще меняет кто-нибудь? Одна и та же тетка новости всегда вещает. Хоть сменилась бы, не знаю, на секундочку. Как она одна вообще справляется? 5000 километров гнать, офигеть. Так, давай возьмем мотоцикл наш. Арч Джеки, который вот сейчас он за мной приедет, где бы он ни был. Вот он, товарищ мой. Мой верный конь прибыл, как говорится. Так, теперь мы поедем к Панам с тобой. Будем соответствовать метке, которую нам задала игра. Парад скоро начнется. Ты не офигел? Пустой. Только не привлекайте внимания. Слушайте, он специально меня обломил от Панам. Он отношения с Панам портит мне, получается. Смотри, вот этому красавцу он портит отношения. Босиком. Почему ты едешь босиком? Я не пойму, я тебя одевал. Он портит мне отношения с Панам Палмер. Он определенно офигел. Так, особое. У тебя что, в принципе, по костюмам так все плохо, что ли? Бинты. А ты нормальные вещи на себя надевать вообще можешь?
Может, это надо просто скрыть? Может, это реально просто убрать? Может, это скин? Голый ходит, прикинь. Как это работает? Как это убрать? Как это отключить? Подожди, 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 что там убрать было? А, вот как это работает. Вот как это работает. Убрать надо было просто, прикинь. Ой, какой я у вас просто тупень, боже мой. Вот скажите, я, господи, скажите, я тупень или нет? Вот как так до меня просто дошло, вот только сейчас? Вот просто объясните, скажите, ребят, я тупень? По-моему, я конкретно сейчас затупил. Все это время я ездил и искал, как это все... Подожди. Все это время я ездил и искал, как это делать. А оказалось, все очень просто. Все очень просто, я просто тупень. Использую это. Использую это. Подожди. Прикольно выглядит. Ладно, все, поехали. Но теперь более-менее я понял, как это работает. Окей. Давайте с таким Мурой тогда, с Джапан Тауном разберемся. Опять мы Паном Палмер откладываем. Мне кажется, она меня бросит. Ну, Ви, точнее. Вот этого красавца, который на дорогу не смотрит. Чисто Джапан Тауном занят человек. О, видишь, как красиво. Киберпанк, ребята. Новая серия. Многие ждали, все ждали. Все ждали, все-все-все ждали, я знаю. Так, сейчас давай отсюда съезд сделаем тогда. Или мы можем... А, мы можем, в принципе, заехать отсюда, да, если что? Окей, давай отсюда заедем, аккуратно. 425 метров показывается. До точки сбора. Вот и Japan Town начинается, ребят. Мир киберпанка такой, ребятки. Он активен, он неплох. С багами, но неплох. Так, окей. 200 метров. Ух, какая игра свет тут неприятная сейчас была, блин. Все-таки в игре есть, да, еще определенные какие-то недоработки, но игра, тем не менее, хуже не делается. Она клевая. Я сейчас тебя не понял. Ты предлагаешь наверх подняться? У Такимуры какие-то места встреч странные немножко. Он постоянно мне наверх говорит заходить. Ну, что ты такое, а? Вот объясни, пожалуйста, Такич. Открывай двери. Как отключено? А, вот, все. Все включено. Это все вранье. Так, мне на рынок. Рынок, улица. На рынок поехали. Наверх, там Такич меня ждет. Такич постоянно приходит на рынок, возможно, он там что-то постоянно покупает. Только что нам в студию пришло срочное сообщение. Авиакорпорация Кантау разбился за пределами Найт-Сити. Тебя сменят когда-нибудь? Двигатели аппарата отключились из-за внезапного... Опять ЕС что-то стоит. Такич, хватит хавать. Чувак, хватит вот в этих шортах стоять. Ты похож на очень классного, не мужчину, конечно, да. Ну, здравствуй. Ви, как раз вовремя. Ты ждал меня. Привет, Гуру. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. На 100 лет. Я пробовал ваш местный бургер. Ага. И как он вам? Легко зашел? И вышел. Спросил тоже, да? У людей внизу. Парад уже скоро начнется. У людей внизу? Я скорректировал данные о Каде. Советую ознакомиться с ними перед началом. Акада Вакаку, которая, да. Для начала, вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони.
Только осторожно. У снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. Короче, и насколько это не самое страшное. Насколько я понял... Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готов? Нет, я понял, что тебе нужно обеспечить безопасность, чтобы ты снайперов этих прошел, потом встретился с Ханако, и, возможно, там будет еще охрана каких-нибудь нейтранеров. Я понял. Для такой работы всегда да. Вы готовы еще раз встретиться с Одой? С Одой. Так, давай вот это спросим. Я готов. Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь. Ваш друг Ода. Ода — человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханако. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Ну, хорошо. Удачи вам, Гора. Удачи нам, Гора. Первый снайпер, значит. Второй снайпер и третий снайпер. Три снайпера должно быть. Их надо снять. Я правильно понимаю? Панам Палмер, опять мы ее оставили на попозже. Блин, придется ей подождать немножко. Так и знал. Прячется где-то здесь. Еще их тут не хватало. Понял. Я готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. Так, значит, первый снайпер, да, у нас должен быть? Ну, пойдемте разбираться. Че тут будет, я пока не знаю. Но в целом все очень красиво. Смотрите, как там все классно. Так, ладно. Прям представление, слушай. Это взять можно? Эти все Сабуро Арасаку бедного там. Он умер уже. Так. Его сыночек придушил. Прекрасно. Дихотомия корпоративная. Славление того, чего массы далеки. Ну классно, классно, реально, да. Ну же, покажи мне их. Покажи мне эту гребаную дихотомию. Жесть. Людей много собралось, кстати, да? Весь город здесь, слушай. Ты уже близко. Он почти что перед тобой. Он следит за толпой. Назад посмотрит. И очень даже зря. А мне что с ним делать? Мне его нужно... Объясни нормально. Зачем там копов-то на охрану ставить? Да уж я бы лучше своих. Ладно. Так, ну надо деактивировать эту хиромантию, короче, видимо, и его потом прихлопнуть. Что в нем было в этом ящике? Ничего, что ли? Обезвредить снайперов. Прочитать сообщение. Архивный диалог Марк и Ким. Кто эти люди? Марк, ты откуда взял этих исполнителей? Меня сейчас удар хватит, сука. Мало того, что сдали позже срока, так еще и сделано все абы как. Марк ставит смайлик, такой, знаешь, ну, личико такое, не улыбающееся, да. В жопу себе засунь свои смайлики. Увольняй их нахер. Да я бы с радостью. Тогда в чем проблема? Не я решаю, кого мы нанимаем, а кого увольняем. Есть такие очень неприятные люди, которые заключают договора. Злить их себе дороже выйдет. Ого, серьезно? Ну, я тебе расскажу, что и как. Только не по телефону. Ок, увидимся. Обсуждали тут что-то интересное, понимаешь? Так, ну это неплохо натянули, короче, чтоб я наступил. Давай пробовать обезвреживать. Короче, пусть так, но рулю операции лично я. Попробуем подключиться. Может, ты мне поверишь. Как да. Подключиться к этому всему Конечно. Делу? Без лишнего шума. Вечная молодость. Вечная молодость. Вам 50, 60 или 70, но вы хотите выглядеть как подросток? Завидуете вечной молодости семьи Арасака? Но у вас не хватает средств на косметические импланты? Решение есть.
Пуэнтернамикс замедлит старение и поможет вам выглядеть на 20 лет моложе. Достаточно одной капсулы в день, чтобы наслаждаться своей естественной красотой до глубокой старости. Я так полагаю, это конкретная реклама препарата. Не тратьте деньги на новую лицевую панель, поддерживайте природную красоту. То есть там тоже не сообщается состав этого, да? Уважаемый господин или госпожа, меня зовут Санна Дауэс, и я представляю компанию Wet & Rechtvaardigheid. Я нашла ваш адрес в реестре клиентов голландского отделения корпорации Zetatech. Ваша фамилия совпадает с фамилией моего клиента, который трагически погиб в результате недавнего наводнения в Северной Европе. Прошу простить неофициальный характер моего письма, но дело не терпит отлагательств. Мой клиент оставил в наследство 10,7 миллиарда евро-долларов. Согласно... А можно мне столько? Согласно местному законодательству, это... Я бы уже, наверное, весь киберпанк купил вместе с машинами и со всем. Сумма должна перейти в распоряжение правительства, если за ней в течение недели не обратится наследник. Из неофициальных источников мне стало известно, что деньги будут направлены корпорации Eurobusiness Machines, чье управление планируют взять под контроль Амстердам. Мы с вами можем этому помешать. Я знаю, что мой клиент не был вашим родственником, но используя лазейки в законодательстве, мы можем получить его имущество и разделить на три части. 40% получите вы, 40% я и моя фирма. А оставшиеся 20% мы передадим жертвам наводнения. Пожалуйста, ответьте на это сообщение в течение 3 дней. В противном случае мне придется обратиться за помощью к кому-то еще. Искренне ваша, Санна Даус. Замечательно. Но мне не дают подключиться адекватно. Мне не хватает навыка, слушай. Так, ладно. Я не спеша действую, потому что я нифига не знаю, что мне делать правильно. Тут, надеюсь, я делаю все правильно. Хотелось бы именно так делать все. Как его обезвреживать? Кто мне скажет? Опасная зона. Его можно снять? Его можно просто снять? Или как-то прям конкретно? По стелсу? Внимание всем постам. Подозрительная активность в секторе 30. Бородачик в стойке с воздушными шарами. Проверьте его. Он будет спускаться? Внимание! Балкон двумя этажами выше. Женщина в красном. Кажется, вооружена. Так, как его снять? Ну, взрывать точно ничего не надо, я считаю, да? Будет неприятно. С дробовика тоже неприкольно будет, мне кажется, выкидывать его. Его просто убить, я правильно понимаю? А ты бронированный, да? Гора, я снял ближайшего. Тебе нужно попасть. Он умер? Вон около зеленой стрелки и сесть в лифт. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. Он только что живой был, и он умер? Это по мне, да? То есть меня спалили. Меня пальнули? Спалили? Рели? Походу... А, может, это дроны вот эти? Так, все, я понял. Да залезь ты! Что, проблема, да? Вот, наконец-то ты залез. Где эти дроны? Откуда палят? Они меня видят вообще? У меня жизнь отнимается или нет? Я бы не хотел умереть просто сейчас. Ты что, пролезть не можешь? Кошмар. Действительно. Дома убили, и даже тело родителям не выдали. Мы едем, нет? Не до второго снайпера. Второй снайпер где у нас находится? На балконе, да? Ли, важные новости. Ода с кем-то разговаривает. Я подключу тебя. Послушаем вместе. Повторяю, при подготовке допущены нарушения безопасности. Ханаку Сама нужно увезти отсюда. Тут... А, мне еще ниже надо? Или нет? Интересно, тут дроны есть? Я бы не хотел. Тут все просто про дронов говорилось немножко. Ода здесь. Я скажу, если что-то выясним. Не открывается ничего здесь? Так, а мне-то куда?
А второй снайпер вообще там, смотри. Это мне что, еще ниже получается надо? Сейчас я вообще ничего не понял. Еще ниже, да? Окей. Балкон. Рынок получается? 19 этаж или что? Обратно назад? Нет, он выше остался. А как его снимать? Так я не понял, он внизу или где? Ты что, серьезно, мне туда надо, на эту хрень? А, второй снайпер там. Класс, а как туда попасть? Это все очень замечательно, но как туда попасть? Рынок? Я на рынке. Балкон? А чё, там есть проход по балконам как-то, что ли? А, да, серьезно. Или нет, это не то место. Но мне явно не сюда. Странно. Или сюда. Блин, что-то я прям запутался. Сам себя запутал. Показывается лифт сюда, типа. Сюда он никуда не полезет. Это 100% информация. Так, ребят, я немножко запаниковал. Подожди, давай еще выше. Может, по верхним балконам как-то там я надо. Я знаю, с кем он разговаривал. Это гребаный Адам Смешер. А, это тот чел? Мужик, который тебя убил? Который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Очень круто. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. А, то есть мне сюда? Я вот сюда могу забраться выше, я правильно понимаю? Блин, не знаю, правильно или нет. Слишком хлипкий этот мостик. Ты уверен, что так и можно? Блять, чуть не упал. Обнулить. Осторожно, не привлекай внимания. Класс, а как туда добраться? Я был прав. Че, прям по этой херне? Ха-ха-ха, нихера. Тихо. Молчание — это не золото. Сейчас оборвется здесь у меня. Короче, на... сейчас здесь поломается, мне туда надо, да? Я рискну. Сабура, да ладно, не сломалось? 3 марта 1942 года. Через месяц после того... Ну окей. Второй снайпер где-то здесь. Найди способ спуститься вниз. Только будь осторожен. Да, вот так. Не торопись. Сорвешься ты. Сорвется весь план. Дрон, твою мать, что делать? Там дрон был. Так, а что мне делать? Ой, бляха. А они меня могут как-то потерять из виду, интересно? Я бы с дронами не хотел воевать, они мозги парят так сильно. Дроны там прям конкретно патрулируют, блин.
Да пошли вы нахер. Куда? Сюда. Все, я понял. Не открывается. В смысле? Я тебя понял. Все, по балконам, я понял. Я ничего плохого не сотворил, надеюсь. И что дальше? Окей, я понял. Вот так вот, ребят, спецоперейшн у нас с собой. Так, видимо, все. Мы добираемся почти до второго снайпера, да? Вон он стоит. Че, с дробовика на него напрыгнем сейчас и сразу в лицо дадим, да? Пойди посмотри. Здравствуй. Остался третий. Как? Нет, это не он был? Весело. Еще пара метров, и снайпер твой. Классно. Классно. Очень круто. Цель поражена. Да, именно так. Он не ожидал Грену просто. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Он высоко забрался. До связи. Гранаты никто не ожидает, даже снайпера. Особенно который... Ты, это снова Ода. Послушай. Сообщите о нарушении в системе безопасности. Ее нужно эвакуировать. Еще дроны палят по мне, да? Сабер в состоянии защитить своих руководителей. Что твоему боссу важнее? Репутация Тарасаки или жизнь сестры? Ситуация под контролем. Конец связи. Ты слышал? Они начали беспокоиться. Нам ага. Надо спешить. Я уже понял. Хорошо. Здравствуйте, товарищи. Как ваши дела? Как ваши ничего? Так, еще дроны помогают им, да, насколько понимаю? Где, где, где? Ну, конечно. Фига, какая дура тут помогает. Так. Он отошел, вроде бы. Это хорошо. Так, на балконе сидит, я так понял, третий, да, чувак? Да подбирай ты лут, ё-моё. Перегруппироваться! Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому кусу направо. Не забывай о двигателях под платформой. Пригибайся, иначе останешься без головы. Так. Военно-легкая куртка. Я не знаю, я все подбираю. Мало ли что пригодится потом на разбор. Еще на что-то. Много чего может пригодиться. Я прям все забираю, весь лут. Прям как жадюга, да? Ну блин, потом это можно реально продать будет. Как-то может мне это поможет даже прокачаться. Получше еще. Документ отскок Вер 3. Все это надо брать, короче, это же элементы, да? Че это? Открывается, нет? Что оно мне дает? И? Ой-ой-ой, это что такое? Что-то вкусное. Чип развития дает оптонавыка быстрый взлом. Окей, вырубай. Поднимаемся дальше. Но надо еще третьего чела обезвредить, ребят. Он у нас выше, намного выше. Стараюсь аккуратно, потому что очень запутано во многих местах тут все это дело. Так, давай, может, мы немножко с тобой выпьем. Значит, смотри, что у меня есть.
Сколько всего, давай разбирать. Всего много. Есть много слабого, ненужного мне инвентаря. Так. Зачем? Подожди, зачем ты это надел-то, чувак? У тебя же стояло на тебе что-то более интересное. Надень обратно. Даже вот это. Так, это убирай. Так, из еды. Понижать скорость передвижения на 10% это нельзя. Понижать скорость передвижения, все это плохо. Вызывает эффект утоления жажды. Используй. Выпей. Так, что это? Вызывает эффект утоления жажды, увеличивает запас выносливости. Пусть будет. Вызывает эффект насыщения, который увеличивает запас здоровья. Пусть тоже будет. Это что такое? Понижает скорость, понижает точность прицеливания на 50. Подожди, это плохо. Вообще, это алкоголь, это вообще, в принципе, сложновато с этим будет взаимодействоваться. А вот это что? Вызывает эффект... Блин, ну вот то, что на выносливости это сказывается, это хорошо. Пусть будет. Я не знаю, правильно ли я все тут применяю. Но применяю просто, потому что оно есть. Тут очень много вещей, которые делают одни и те же вещи. Ух, нихера себе! Откуда ты? Ты кто? Он ранен, стреляйте! Я не знаю, кто это, но он жесткий. Так, окей. Убил? Это кто, дроны? Дроны пошли? Кто? Ты пошел нафиг, чувак. Так, вот это жесткий чел был. Это дрон был, да? А, нет, это челы по мне палят уже. Все, я поехал. На балкон мне, на фойе. Поехали на фойе. Офигеть, вот это он выпрыгнул на меня, я даже офигел. Четко аж зависло, смотри, новости перестало вести от страха. Да, понимаю. Выходи, мы тебя не тронем. Я же вас знаю, ребята. Сейчас мне только выйти дай. Дай повод, и все, и вы меня уже тронули. Так, окей, я потихоньку пошел. Сейчас мы посмотрим, как вы меня не трогаете. Вылезай давай. Живее! Нормально? Так, это тут открылось? А, нет, это было открыто. О, дроны пошли. Привет. Дроны поперли. Вот, кажется, держать и все. Строй! Кажется, да. Очень хорошо. Снайпер пришел ко мне. Проблема. Третий, который. Какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Она прячется в недостроенном доме, недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Так, ну я, судя по всему, дронов... Ух ты! Ты откуда здесь такой классный? Сколько вещей у тебя, офигеть. Лишь бы меня это не перегрузило ничем, потому что... Очень много. О, все, я перегрузился. Мне стало плохо ходить. Так, значит, что я там насобирал себе? Кучу всякой фигни. О-о-о-о-о. Короче, я насобирал, чтобы кучу-кучу фигни очистить... Это же мне детальки, видишь, прибавляет, поэтому я и собираю все. Это мне очень-очень пригождается потом. Ну, чтобы вы не задавались вопросом, почему ты все оружие подбираешь. Да потому что это лут, ребята, и он какие-то комплименты, какие-то комплекты дает мне. Он дает мне какие-то комплекты, которые я могу крафтить потом. Так, значит, рюкзак. Крафтить это имеется в виду создавать, если что. Ну, просто многие люди, кто еще не... В терминах. Есть люди, которые в терминах... Вот это, кстати, запас здоровья, это хорошо. Люди, которые... Да, много предметов, которые одни и те же функции выполняют, я заметил. Выглядят по-разному, но одно и то же делают.
А многие люди до сих пор задаются вопросом в некоторых терминах, что такое лут, что такое крафт, новый чип уотсонской шлюхи. Так. Окей, сейчас мне нужно своей Такимуре помочь. Вот этой своей главной шаболде. Так, здесь я подключиться к чему-то. Хуяся. А с чего это вдруг? Я зашел в эту комнату, и меня взорвало? Что это было?